полной боевой готовности ожидают аграрии района начала уборочной страды 2016. Экзамен на готовность выйти в поле механизаторы сдавали главе района в минувший вторник. В этот день приемка комбайнов состоялась во всех агрофирмах района. Первыми отчитались подразделения Савалеева агрофирмы «Заинский сахар». В этом году на поля района выйдут 58 комбайнов отечественного и импортного производства, которые на заинских полях не первый год и успешно себя зарекомендовали. Комбайны готовы, можно сказать, на 99%, потому что комбайнеры приняли активное участие во время ремонтных работ. Они заинтересованы, глава администрации Разив Галеевич их заинтересовал, чтобы комбайны уборки были готовы, исправны, герметичные, запчастями снабжены, даже провели косметический ремонт. В этом году работа предстоит большая. На один комбайн нагрузка составляет 600 гектаров. Но в этом году в Заинский район должны поступить еще 15 зерноуборочных агрегатов, так что нагрузка уменьшится. Комиссия проверяла комплектацию машин вплоть до аптечки и огнетушителя. Техники безопасности на полях особый контроль. Штат комбайнеров укомплектован. На каждую машину положено по 2 комбайнера. Кстати, в этом году все водители возрастом после 18 лет. В этот день парад комбайнов прошел в подразделениях Родина, Чубуклы, Оксарина, Елкина, Гончаурняк. Последними отчитались в обществе с ограниченной ответственностью Нива агрофирмы Тубенкама. Всего в этом году предстоит убрать 52 тысячи гектаров зерновых культур. Первыми будут убраны новые для района культуры озимой рыжик и озимая рожь. В эти дни механизаторы ждут, пока не наберут процент влажности. В ближайшие дни техника выйдет на поля.